мы будем говорить о искусстве проигрыша. Поверьте, радость побед дана не каждому. В большинстве случаев, в большинстве это поражение. Но в поражениях рождается суть победителя. Сколько у нас было поражений, но никто и никогда нас не побеждал. Все говорят о сути событий, о сверхдержаве. Но вот только типа такая держава проигрывала Корее, Вьетнаму, Кубе, Ираку, Афганистану, ИГИЛу, свалила из Ливии. А так все нормально. Но мы как-то немного по-другому шли. То есть мы учились на проигрышах, но не проигрывали ни одной войны. Так что думайте, господа демократы. И почему о проигрыше мы говорим, показывая вам греко-римскую борьбу? Ну, во-первых, борьба – это кладезь событий. Умение быстро падать и переворачиваться – это раз. Мизерное расстояние и сила – два. Изумительный результат по фигуре – это три. Да и многое, что можно сказать о борьбе. Но главное, ни один специалист по контакту не будет связываться с тем, кто борется круто. Ни один. Потому что в борьбе в большей степени мы и побеждали. Те, кто жил в Российской империи, те, кто жили в СССР, и будем надеяться, СССР мы и соберем. Мы учились на ошибках, но побеждали в качестве, как это было и всегда.